Крест разбился, что теперь будет? Как и обещали, записываем правильный ответ на вопрос. Что делать, когда от креста оторвался Христос? А также, когда падают иконы и ломается другая религиозная атрибутика. Даем ответ с точки зрения православного христианства. Ведь иконы используют не только христиане, но и агностики, экстрасенсы, колдуны, эзотерики, язычники. А мы даем именно ответ с точки зрения православного христианства. Особенностью христианства является мистическая безопасность. То есть, если в язычестве можно случайно прогневать каких-то богов, просто сел на бревно или поохотился где не положено, или зашел куда не надо, прогневал, если не своих богов, то чужих богов. Соответственно, чужие тебе ничего не сделают, но сделают соседям, прибегут соседи, тебе по башке надают. А вот в христианстве бояться нечего. В христианстве у нас один бог, который обладает всеведением и всеблагой. Да. То есть его нельзя случайно прогневать. Он знает наши помыслы, и если мы без какого-то специального злого умысла что-то делаем с священными предметами, то гнев Бога мы никогда и никак не получим. То же самое касается и суеверий. Никаких суеверий в христианстве не действует. Слава Богу. Бог, если хочет кому-то дать откровение, то откровение дает понятным текстом. Всякие откровения старцев – это уже пережитки язычества. Это уже как раз начинает действовать коррелиация. То есть человеку старец что-то сказал, и он потом уже сам ищет что-то похожее на это. Как бы мы ни поступили с испортившейся религиозной атрибутикой, какого-то сверхъестественного наказания за это не будет. Потому что христианская религиозная атрибутика – это не магические амулеты, а это те предметы, которые помогают нам настроиться на богообщение и молитву и прославление Господа. Другими словами, просто картины, просто скульптура, которая просто красивая и наводит на богоугодные мысли. Поэтому ее мы можем как ремонтировать, так и демонтировать. В зависимости от того, как нам удобнее. Ничего сверхъестественного здесь не будет. В данной ситуации мы оторвавшегося Христа приклеим к кресту на эпоксидку.